Вот состояние отражателей. Я тут счистил немного. Под слоем вот этого хрома находится такая вот подложка. Получается, здесь всего два слоя. Вот. Причем отражатели разные, хотя туманки обе языковые. Разные почему по вот этим вот штукам. Хотя маркировка у них одинаковая. В Австрии делаются. Это оригинальная BMW. Тоже Австрия. О, здесь еще вижу ЗКВ. И какой-то номер здесь. И здесь такое есть ЗКВ. Номер не... вон он виден, но он уже затерся. В общем, будем восстанавливать отражатели. Посмотрим, что с этого получится. Ну что, всем привет. Вы видели, какие до этого были фары. О, отражатели. Вот так их сделали. Такое вот покрытие. Металлизированное. Вообще это серебро. Вот, наносится оно на специальный слой, такой же, как наносится на заводе, при вакуумной там технологии, но здесь оно напыляется. Вот, они были отпескоструены. Вот. В принципе, сделано хорошо. Мне понравилось. Вот мелкие точки, что можете видеть, это предупреждали, что такое возможно, но это никак на свет не повлияет. Допустим, вот это вот там. Ну, может, это даже пыль.